Туристская сфера в Узбекистане быстро развивается, поэтому важным аспектом является подготовка персонала, оказывающего услуги в сфере гостиничного, ресторанного и других бизнесов. Требования к ним в первую очередь опираются на гостеприимство, поэтому персонал должен проходить добровольную и обязательную сертификацию. Ее осуществляет Центр сертификации туристских услуг, где совместно с Техническим комитетом по стандартизации туризма разработаны и введены государственные стандарты Узбекистана. Они регламентируют требования к туруслугам. Сейчас внедрены такие государственные стандарты туристских услуг, как общие требования к обслуживающему персоналу средств размещения и общие требования к персоналу туроператоров и турагентов. Обязанности для каждой категории персонала отражены в должностных инструкциях. Базовое образование работник получает в вузах страны и за рубежом, а также в колледжах и специализированных курсах. Аттестация – это нормативный документ. Он дается работодателю, который непосредственно связан с туристической сферой. По критериям этого документа сотрудника принимается на работу. А это и есть своего рода аттестация. Она проводится добровольно, но в скором времени будет обязательной. Что касается госстандартов, то нашим центром разработано 10 из них, которые относятся к средствам размещения, услугам туроператоров и так далее. И 2 госстандарта касательно самих туроператоров и турагентств. Стандарты создавались, опираясь на международную практику. Также госстандарт определяет не только требования к персоналу, но и критерии его оценки. Нужно находить риски при оказании услуг в зависимости от рода деятельности и иметь процедуры для реагирования на риски для их минимизации или полного исключения негативного влияния. Таким образом, индустрия туризма включает различные сферы деятельности услуг, а персонал – его ключевой ресурс.